И сегодня, фактически, с визитом господина Солана мы открываем новую страницу в области нашего взаимодействия. Это вопросы безопасности и обороны. Наиболее осязаемые. If I had to resume in one expression the type of relation we're having, I would say that a strategic partnership is built, shaping up in a very rapid manner, in a very profound manner. Исходили, исходим из того, что необходимо коллективное усилие.